Это лотерейный билет, выпущенный генерал-губернатором провинции Хубэй и Хунань Чжанчжуном в целях оказания помощи пострадавшим от стихийных бедствий в поздние годы правления цинского императора Гуансюя. Его номинальная стоимость 60 вэней, что тогда равнялось 6 медикам. Более века назад, в 1908 году, когда в захолустном уезде Мэйсянь провинции Гуандун появился самый первый в истории Китая лотерейный билет, даже люди из уездного города, уже немало повидавшие на своем веку, просто приходили, чтобы поглазеть на этот необычный выигрышный лотерейный билет. Деревенский мальчишка, которому только-только исполнилось 8 лет, получив ничтожные несколько медиков от своего дедушки, пробравшись к столпу зевак, потратил немало доставшиеся ему деньги и попытал свое счастье. Три дня спустя, когда прошел розыгрыш лотерейных билетов, дедушка был ошеломлен. Он не знал, что ребенок на свои карманные деньги приобрел лотерейный билет, и не мог поверить, что главный приз лотереи – тысячи китайских долларов – достался ему. Да и никто подумать не мог, что эта небольшая забава изменит судьбу ребенка и даст ему уверенности выбрать новый жизненный путь. И что это дитя спустя годы станет духовным лидером целого поколения китайских художников, великим мастером Линь Фэнмянем. Однако сегодня, заглядывая в историю жизни Линь Фэнмяня, мы задаемся рядом вопросов. Почему в его полной удивительных историй жизни больше уже не было такого везения, которое выпало ему в детстве? Почему все его блестящие начинания в жизни заканчивались драмой? За бессмертными картинами, подаренными миру мастером Линь Фэнмянем, осталось немало сомнений и догадок. В апреле 2014 года музей китайского искусства в Шанхае был окутан благодатным дождем. В огромном павильоне Китая, построенном по всемирной выставке «Экспо» в Шанхае, был создан специальный зал, посвященный мастеру-художнику Линь Фэнменю. Зал посетили гости и из самого Китая, и со всего мира. Посетителям были представлены работы Линь Фэнмяня, характеризующие индивидуальный стиль художника в разные периоды его жизни. Будучи основоположником изящных искусств Китая в начале 20 века и пионером современной китайской живописи, Линь Фэнмянь удивительным образом совместил китайские и европейские приемы живописи в своих работах. Для нас его картины являются очарование далеких грез и необъятного безмолвия. На картине тушью такое изображение. В камышовых зарослях парит одинокая осенняя утка. На другой картине элегантная и тихая восточная женщина, передающая загадочный оттенок грусти. Наполненные пустотой и безмолвием пейзажи. В
клубящейся дымке которых ощущается древность и безбрежность. Неодушевленные предметы с крайне абстрактным смыслом, будто некой силой движимы к поиску спасительного выхода из мирской скверны и обнаружению чистых грез. Работа или инфомения всегда пропитаны лиричностью и легкой грустью. Художник изливал свой сокровенный внутренний мир. И хотя картинам пришлось пережить невзгоды, но они все же сохранили свою энергию. Отпечатки времени позволяют им источать мощную, невероятную жизненную силу.林风眠艺术最大的特点，它是融汇了东西方的优点，能够创造一种崭新、从未有过的艺术形式。它奠定了中国现代绘画的一个基础，在它后面很多人，包括赵无极，包括这个吴冠中，都是说老实话，都是追随林风眠这条道路的。我没有林风眠，中国也缺少一块走向现代。 艺术的大师，所以说，我称林风眠先生是一个当代百年的巨匠，而这种巨匠是江山代有人才作，各领风骚数百年，他是属于这样各领风骚数百年的一个领袖性的、旗手性的人物。 И хотя линь-фэмень был большой редкостью в китайских кругах искусства 20 века, но для нынешнего поколения это весьма посторонний и незнакомый человек. И даже при его жизни сведения о нем, как и его картины, довольно туманные и абстрактные. Их можно даже назвать легендами. Линь-фэмень словно вечная загадка для людей. Пожалуй, только эта фотография, сделанная в поздние годы его жизни в Сиангане, может позволить людям почувствовать его истинное существование. На закаленном временем и трудностями лице красуется большая переносица, выражение лица передает великодушие и чистосердечность. Он будто извинительно улыбается и прощается с современниками, однако его слегка сжатые губы создают впечатление, что он хочет что-то сказать, но молчит. И это что-то связано с секретом всей его жизни. Я родился в злосчастный год Гэнзи. Так начинал свои воспоминания о жизни престарелый Линь-фэмень. Год Гэнзи, о котором говорил Линь-фэмень, это 1900 год по григорианскому календарю. Под звуки выстрелов объединенной армии 8 империалистических государств, напавшей на Пекин, Китай шагнул в историю 20-го столетия. На третий день после рождения Линь-фэменя правительство династии Цин и объединенная армия, оккупировавшая запретный город и спалившая дотла дворцовый парк Юаньминь-Юань, подписали боксерскую контрибуцию. Именно в этот злосчастный год и родился Линь-фэмень. И это словно предопределило его многострадальную судьбу. Это родина Линь-фэменя, город Мэйчжоу, провинции Гуандун. В ноябре 2013 года наша съемочная группа занялась поиском следов Линь-фэменя и начала с этой обители людей Хэдзя, Хакка, которую называют родиной китайцев, проживающих за границей, и родиной Хэдзя. Сегодня Мэйчжоу – это современный экономически развитый город на северо-востоке провинции Гуандун. Идя по его улицам и переулкам, мы уже с большим трудом можем представить, как он выглядел в 1900 году. Однако в 20 километрах от города Мэйчжоу, в деревне Гэгунглин, поселка Сиян, по-прежнему можно обнаружить следы времен более чем столетней давности. Это старый дворик, именно то самое место, где родился Линь-фэмень.
Эта усадьба называется Дуньюйцзи. Такое название дал отец Линьфэнмяня. На воротах по-прежнему сохранился начертанный им собственноручно автограф. На слух название Дуньюйцзи ассоциируется с названием литературного клана, хотя в действительности здесь жила семья бедняков. Семья Линь свое существование обеспечивала за счет профессии каменщиков. Город Мэйчжоу окружают горы, и камень здесь в изобилии. Резьба по камню в этих местах издавна является традиционным ремеслом. Сегодня каменщики из Мэйчжоу славятся по всей стране. Выполненные ими изделия из камня даже экспортируются за рубеж, поэтому каменщики тут живут в достатке. Однако более 100 лет назад дедушка Линьфэнмяня, каменщик Линь Вэйжэнь, был отнюдь несчастлив. Ремесло, которое считалось в обществе того времени нижайшим, с трудом позволяло Линь Вэйжэню выживать.23 ноября 1900 года в этой совершенно убогой комнате жизнь только что родившегося Линьфэнмяня висела на волоске. Ребенок был очень слаб здоровьем с рождения, и отец его, Линь Боэйн, тревожился о том, что не сможет его прокормить и поставить на ноги. Как только дитя появилось на свет, он взял его в охапку и хотел оставить в горах за деревней. В тот критический момент мать бросилась к дверям и, что было сил, вырвала из рук мужа своего дитяти. Так Линьфэнмяню была подарена вторая жизнь, а мать стала его единственной надеждой на существование. В творческой карьере Линьфэнмяня одним из важнейших тем для картин были женщины. На прекрасных произведениях искусства, которые пронизывали практически всю его жизнь, вновь и вновь появлялись фигуры тихих, пронзительных и грустных женщин. Кажется, все они передают один и тот же сюжет. Многие исследователи полагают, что изображение женщин – это своеобразный способ выразить глубочайшую любовь к матери. В статье, написанной приемной дочерью Фэн Е, есть упоминание о том, как описывал свою мать Линьфэнмянь. Звали ее Цюэ Ядай. Она была среднего роста, корни ее были смешанные, ханьцы из горных районов и местные народы Мяо и Яо. Она была прекрасна лицом, у нее были красивые глаза. Воспоминания, которые Линьфэнмянь сохранил на всю жизнь, это то, когда в пятилетнем возрасте он увидел, как его мать мыла голову. На пустоши у берега реки в осенний день после полудня мать распустила свои длинные волосы. Это был столь прекрасный и достойно того, чтобы написать картину. Хотя у его матери были красивые длинные волосы и миловидное лицо, но в семье к ней никто не питал симпатии. Линьфэнмянь писал: «Жизнь у матери была тяжелая. Мой отец и, в частности, новая супруга дедушки обращались с ней плохо, оскорбляли ее с утра до вечера. Однако юный Линьфэнмянь никак не мог понять причины такого отношения».
Мэйчжоу находится в прибрежной провинции Гуандун. Однако переселившиеся сюда с севера люди хакка испокон веков сохраняли традиционный быт и конфуцианские ритуалы, характерные для срединной равнины. В деревне Гэгунлин люди с фамилией Линь представляли собой большой родовой клан. В храме предков и по сегодняшний день можно заметить отпечатки родового патриархального строя, существовавшего в последние годы правления династии Цинь. И пусть это захолустная горная деревня, однако в то время конфуцианские морали и нормы существовали повсюду. Мать же Линь Фэмень была представительницей горной малой народности, и ее сородичи считали, что она абсолютно невоспитанная на конфуцианских нормах деревенская простушка. В семью Линь ее приняли в качестве супруги исключительно по причине бедности. Пожалуй, именно это и предрекло будущую трагедию в жизни Линь Фэмень. До того, как случилась эта трагедия, детство пятилетнего Линь Фэмяня было наполнено мечтаниями о прекрасном. Я помню, слева от пустыря был огород. Между пустырем и огородом росла огромная чаща колючих кустарников, на которых распускались алые, как кровь, цветы. Недалеко была речка, и в детстве я больше всего любил ловить в ней рыбу. В чистой воде между булыжниками было много мальков. Когда Линь Фэмяню было 5 лет, семья его отправила в родовую школу, чтобы он научился читать и писать. Отец его по профессии был каменщиком, но умел рисовать, и он также учил сына рисовать по слову о живописи из сада с горчичное зерно. Так, учась по прописям, Линь Фэмень получил базовые знания по китайской традиционной живописи, и все это было ему в радость. Однако эту радостную жизнь вскоре оборвала реальная трагедия. Родовой храм Линь оставил Линь Фэмяню страдания на всю жизнь. В нем на глазах художника все и произошло. В тот год ему исполнилось 7 лет. Мать его не могла больше терпеть равнодушие мужа и оскорбления со стороны членов семьи и сбежала с молодым односельчанином-красильщиком. Несомненно, для рода Линь это был большой позор. Спустя более 10 дней члены семьи Линь схватили мать, жестоко ее избили, провели для показа по улице, связали перед родовым храмом, поливали маслом, готовясь сжечь ее заживо. В то время Линь Фэмяня заперли в доме. После он вспоминал: «Внезапно дома я набрался храбрости, во мне проснулись гнев и ярость, я нашел нож, с криком вырвался из дома и побежал их всех убивать, убивать всю семью». Вдалеке я увидел мать со свесившимися руками. Несколько человек схватили меня крепко, отобрали мой нож и не дали мне приблизиться к матери. Я громко рыдал, но они схватили меня в охапку и отвели домой. Яростный поступок Линь Фэмяня и его плач до изнеможения спасли жизнь его матери, но не помогли ей остаться. Члены рода наконец приняли решение продать эту оскорбившую имя предков женщину. Перед продажей Линь Фэмянь убежал из дома, чтобы повидаться с матерью. Мать и сын горько рыдали, обнявшись. С тех пор они стали жить порознь, и никто друг о друге ничего не знал. Никто не знает, как, столкнувшись с такой черствой реальностью, Линь Фэмень, которому только-только исполнилось 7 лет, смог подавить в своем сердце столь огромные страдания и гнев. В
Вероятно, из-за этого горестного переживания в детстве, ставший позже мастером искусства, Лин Фэмьэнь вновь и вновь в своих картинах обращался к одному и тому же сюжету – разрушение гор ради спасения матери. Лин Фэмьэнь написал немало картин, сюжетами которых послужили рассказ «Волшебный фонарь», рассказ о белой змее, однако спасение матери стало тем самым комплексом, от которого он не смог освободиться на протяжении всей жизни. 这宝莲灯这个故事，我想在他幼小的心灵里面，一定是那个也是舅母嘛。他也曾经拿过菜刀，挥舞着菜刀去救过他的妈妈。我想这个，我估计一定是在他的这个整个的成长的过程当中非常的重要。 Позади дома Лин Фэмьэня есть гора, которую называют «Скалой тигра». Говорят, что, потеряв мать, мальчик каждый день забирался на ее вершину и стоял на ней. Он подолгу вглядывался вдаль между горами, и даже в дни непогоды он никогда не изменял этой привычке. Судя по следам его последующей жизни, именно в то время в нем зародилось дикое желание убежать из родного края. После того, как ушла мать, духовной опорой Лин Фэмьэня стал престарелый дедушка. С тех времен дед и внук жили вместе и были опорой друг другу. Вспоминая, Лин Фэмьэнь говорил: «Дедушка меня очень любил, днями напролет не отпускал меня от себя, я ему помогал шлифовать долотом, передавал молотки. Я смотрел, как он делает рисунки на каменной стене, вырезает узоры. Дедушка питал надежды на меня. Он призывал меня наследовать его ремесло каменщика. Еще он заставлял меня поменьше носить обувь, а сам он все время ходил босой. Он говорил: ступни оттачивают мастерство. Какой не выберешь для них путь, по-любому могут идти». Для юного Лин Фэмьэня, пережившего невзгоды, дедушка, без сомнения, стал единственным везением. И именно это везение принесло с собой переломный момент в горькой судьбе Лин Фэмьэня. В тот год ему исполнилось 8 лет. Дедушка дал ему несколько медиков. В семье Линь, жившей на бобах и овощах, даже взрослые не осмелились бы посчитать медяк мелочью. Однако, несмотря ни на что, всей душой желавший убежать, Лин Фэмьэнь на эти несколько медиков сделал ставку всей своей жизни. 3 дня спустя он вышел победителем. $1,000 для бедствовавшей семьи Линь – это астрономическая сумма, о которой они и мечтать бы не осмелились. В конце правления династии Цин годовой оклад начальника уезда составлял всего 40-50 китайских долларов. На эту огромную сумму можно было купить дом европейского типа с садом в административном центре Гуанчжоу. 是祖父去拿这个钱的，而且呢是由祖父来掌管的，因为后来这一笔钱，后来他的父亲也有后妈了，就是也寿险了，寿险了以后就，养了3个孩子啊什么，都是要靠这个一笔钱来开销的，所以他到了他这个出国的时候，1919年。 Мэйчжоускую среднюю школу учредил наряду с прочими известный дипломат и поэт поздней эпохи Цин Хуан Цзуньсянь. Школа появилась в 1904 году, и 100 лет спустя это по-прежнему то место, где стремятся к знаниям ученики из Гуандуна, Фудзяни и других регионов. В 1915 году 15-летний Лин Фэмьэнь вошел в ворота этой знаменитой школы, и так начались 4 года его учебы. Здесь он познакомился с первым в своей жизни преподавателем живописи Лян Буцуном.
Это был последний в истории Мэйчжоу интеллигент, обладавший невероятным талантом в живописи и каллиграфии. Он направил лимфомания к искусству. С малых лет, начав рисовать вслед за своим отцом, Лин Фэймень довольно рано развил талант к живописи, чем и заслужил похвалу от Лян Боцуна. Учитель обнаружил, что у его ученика невероятная способность запоминать образы, к тому же он умел развивать мысли и творить, поэтому часто вопреки правилам учитель ставил Лин Фэйменю 120 баллов. Одноклассники не понимали, почему так происходит, но Лян Боцун пояснял: «Ваши картины хороши не меньше моих, но за них можно дать только 100 баллов. Он же рисует лучше меня, поэтому, естественно, и получает 120 баллов». В период учебы близкие друзья ему привезли из стран Юго-Восточной Азии несколько книг на иностранных языках, которые вызвали любопытство у Линь Фэйменя. В книгах было очень много разноцветных, правдоподобными формами и очертаниями иллюстраций. Человек, который с детства привык срисовывать со слова о живописи из сада с горчичное зерно, безусловно, увлекся совершенно иным художественным миром. Этого человека на фотографии зовут Линь Вэньчжан. Он был одноклассником и хорошим другом Линь Фэйменя, когда тот учился в Мэйчжоуской средней школе. Как позже вспоминал Линь Вэньчжан, в средней школе помимо рисования Линь Фэймень также увлекался стихами, в особенности поэзией времен Тан. Два друга вместе организовали школьное общество юных любителей поэзии, которое назвали Тханьли Шиша, то есть «стремление к сути». Линь Вэньчжан взял на себя обязанности председателя общества, а Линь Фэймень – его заместителя. На встречах общества его участники пели и обменивались стихами, и поэзия становилась их связующим звеном. Такое традиционное культурное воспитание, основанное на стихах и прозе, не только привило Линь Фэйменю прочные азы классики и духовного просвещения, но и стало источником богатой фантазии, проявившейся позже в лиричных работах художника. Дружба однокашников оказала большое влияние на будущую судьбу Линь Фэйменя. Линь Фэймень и Линь Вэньчжан не только придерживались одинаковых взглядов, но и всю свою жизнь, полную переживаний и невзгод, были неразлучны. Однако еще один их друг по стихотворному обществу в шатком обществе в конце концов отложил перо и отправился в армию. Этот человек стал крупным военачальником и оказался одним из основателей Нового Китая. Его звали Е Дзень Ин. В начальные годы прошлого столетия усилилось влияние Запада на Восток, и постепенно юные китайские учащиеся начали активно рваться на учебу за границу. В июле 1919 года только что окончивший среднюю школу Линь Фэймень никак не мог определиться с планами на будущее. Получив почтовое отправление из Шанхая от Линь Вэньчжана, он узнал, что во Франции можно одновременно учиться и работать. Эта новость очень обрадовала его. Линь Фэймень с самого детства мечтал покинуть родные края и грезил о западном искусстве, поэтому без колебаний собрал последние оставшиеся от выигрыша в лотерею 200 китайских долларов и отправился в Шанхай. 25 декабря 1919 года в составе 6-й партии учащихся, уезжавших на учебу и работу во Францию, он вместе с Линь Вэньчжаном поднялся на океанский лайнер «Андре Лебон». Тогда 19-летний Линь Фэймень испытывал душевный подъем. Молодой деревенский парень посчитал, что в его жизни закрутилось колесо фортуны. Однако он не смог предвидеть круговорота судьбы. Если бы он не уехал во Францию изучать западную живопись, то не оказался бы во власти мук и страданий, которые преследовали его всю жизнь.